Лампу свети. Нам подсветки не хватает, на щенка свети. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 23 февраля 2023 года. Мы с Афродитой поздравляем всех с праздником, всех-всех мужчин, всех юношей, мальчиков. С Днем Защитника Отечества. Желаем всем крепкого здоровья, хорошего настроения, мирного неба над головой и всего самого-самого доброго. А у нас в этот день сегодня еще и у папы Лёши. Лёш, ты светишь лампой мне в лицо, а не на собаку. День рождения нашего папу и теперь уже и дедушку поздравляем мы с Афродитой с днем рождения. Афродита – это вот эта бандитка, которая ну никак не хочет мне позировать на камеру. Дочка Евангелины и Энтони, копия нашего Тоника. И пока вот временно снимаю ее с продажи, буду смотреть, как она будет расти. Возможно, оставлю ее себе, если она дорастет до размера, подходящего для разведения. Девчонку не удержать. Вот такой вот веселый вот ребенок. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Сегодня будут еще видео. Лёшка, лампа попадает в кадр. Я малыша спускаю с пьедестала, пока я ее не уронила. Всем пока-пока и до новых встреч. Держи.